998. Ты чё? Ты чё? Не знаю. Но вы знаете, сколько... Ее изобрели в середине 19 века, то есть 160, скажем, лет тому назад. 160 лет тому. А кто его изобрел, знаете? Ну, француз какой-то был. Нет. А... Итальянец. Вполне возможно. Итак, велосипед. Это рукотворное, значит, изобретение. Да. В чем отличается оно от машины? Машина работает автоматически. Это как? Что? Это как? Что такое автоматически? Ну, включил мотор, нажал на педаль и едешь. То есть бензин даже не нужен? Нет, ждет. Значит, это значит, она работает на двигателе внутреннего сгорания. Да, она. Автоматически это когда ты пнул, и оно едет. Значит, так, это как Флинстоун, это когда ногами вот внизу вот бегаешь, и машина едет. Да? Это не автоматически, это значит, двигатель внутреннего сгорания.